Всем привет, с вами Дина Рай, вы на моем канале, и это мой московский влог. Я нахожусь в Москве уже третий день, и у меня есть видео про первую часть этого дня. В первую половину дня мы были в телецентре Останкино, где снимаются все передачи, а сейчас мы идем на ВДНХ, мы уже приехали. Посмотрите, издалека, конечно, красота вообще подсвечивается. В общем, я очень-очень хочу уже туда попасть, потому что я приехала в Москву буквально ради этой выставки. И я очень хочу в павильон первых, несмотря на то, что у меня есть эта шапочка, сделал вид, что у меня ее нету. Ха-ха. Вот, я в предвкушении, все, в общем. Сейчас где-нибудь поедим, отдохнем и пойдем. Я еще планирую, что мы завтра приедем на ВДНХ, потому что у нас сегодня буквально где-то 3,5 часа, даже меньше, с учетом того, что мы будем есть. Вот, смотрите, вот оттуда мы сейчас приехали с Останкино. Но мы были не в башне, мы были в павильонах. Но посмотрите, как красиво светится башня. Вау, просто. Все, в общем, мы идем. Я вообще... Обычно в середине, а тут в середине павильон. Россия — страна возможностей. Она меняется. Там иногда буква Я, иногда Россия — страна возможностей, иногда единичка. Вау, ну посмотрите на эту красоту, боже мой. Я вообще... Это я на фоне выставки «Россия». Слева маленький павильон Российского общества знания. Я не знаю, можно туда заходить, но вообще, если можно, то я бы зашла. Сейчас мы пойдем вот сюда. Это павильон главных достижений России. По этому коридорчику мне посоветовали пройти. А за мной находится Российское общество знания, в которое, к сожалению, нельзя зайти. У них чисто такой павильончик для съемок каких-то. Но, блин, как это красиво, я не могу просто. А там сверху, короче, единичка движения первых, вот на этой башне, потому что это павильон движения первых. А там сверху, короче, боже, я не верю, что я здесь, если честно. Зашли в какое-то кафе, посмотрите, какой у меня модный горячий шоколад. Вообще обалдеть. Сейчас поедим и пойдем дальше гулять. На 300 фоток, так что я
карты. А вот кто? Тут что-то вообще. Вот у кого есть новогодний настроение. Тут очень много каких-то зверей всяких прикольных. А мы идем наконец-то в павильон первых. Посмотрите, как он красиво светится. Тут подсветка тематическая. Движение первых, России страны возможности. Сверху вон единичка наша любимая. Вот отсюда, конечно, очень красивый вид тоже. А, вау, просто. Вот это я понимаю. Посмотрите, я приехала к своему движению первых. Первые мои. Посмотрите, какая красота вообще. Ради этого приехала. Вообще. Целый павильон для первых. Мы в павильоне прикладываем браслет. Нам дали браслет движения первых. Его надо приложить заранее. Если прикладывать звездочку к звездочке. Звездочку, вот эта единичка к звездочке. Вот, отлично. Проходил регистрацию на мероприятие, да. Да. И вот у нас есть QR-код, который надо вот сюда вот показать. И все, и браслет будет активирован. Конечно, очень сложная система, но мы справились. А вон там сверху что-то появилось. Вон, сейчас там вот Диана. Вон. Вы не поделились своей мечтой. Я поделилась своей мечтой вообще-то. Меня тут приветствуют. Mm-hmm.
Друзья, встаньте вокруг. Каждый в свой световой луч. Перед вами портал мечты. Он вбирает в себя энергию каждого, кто когда-либо жил в нашей прекрасной стране. Каждого, кто мечтал сделать ее лучше. Этот портал объединяет нас со своим браслетом Ксенсу. Привет, Диана! Вы можете увидеть на куполе свою мечту, которые не только формируют вас, но и меняют все вокруг. Я делюсь своим достижением, мне дали шапочку первых, теперь у меня своя, наконец. И шарф первых, бог ты мой, я даже не знала, что здесь дают шарфы. Еще мне дали какую-то книжечку, не знаю, потом посмотрю, что в ней. Но я вообще просто, какая же я мерчевая, боже мой. В общем, мы вышли из павильона движения первых, получили весь мерч, всю раздатку. Так, я могу сказать, что про движение ничего не сказали, но, в принципе, интерактив прикольный был, вот. Сейчас мы идем дальше, у нас еще есть какое-то время. И, в общем, теперь мы хотим сходить в павильон Сбербанка, а потом в павильон ВК. И, наверное, на сегодня, может быть, это и все будет, потому что времени немного, это такие павильоны не очень крупные, нам на них хватит время. Вот, там еще вижу павильон Роснефти, точно есть павильон Атом, Росатом, регионы, это основной 75-й павильон. Вот, ну, в общем, еще на завтра планов много, еще Дом молодежи, Дом культуры, кажется. Добрый день, мы вместе с вами и готовы веселиться. Конечно. Что нам надо будет смотреть, как вам отправить? И вам было очень хорошо у нас павильон Сбера, нам дали карточку гостя, и мы идем зарабатывать ими какие-то баллы. Вот мы прикладываем карту гостя. И здравствуйте, Диана, со мной сегодня везде здороваюсь по имени. Добро пожаловать. Я виртуальный ассистент Салют. Приглашаю вас в большое путешествие через пространство и время. Возможно узнать погоду, например, включить любимую песню. Салют. Сколько лет Сбербанку? 12 ноября 2023 года Сбербанку исполнилось 182 года. Именно 12 ноября 1841 года император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс для доставления через то средств сбережений. Салют, все сбережений. Понятно, спасибо. Прикладываю карту и встаю сюда на ножки. Что я должна делать? Вот, короче, я им управляю. Я, ассистент Салют, сегодня буду вашим экскурсоводом и водителем. Скоро вы увидите, какими безопасными и спокойными будут улицы города будущего. Но для начала убедитесь, что все оплатили проезд. Ага, в Сбере очень много интерактива. Вот. Машинка. Я ставлю машинку вот сюда. И там появилась машинка. Вот тут вот машинка. Вот это что вообще? К домику. И вот там площадка появилась. Это площадка. Прикольно. Солнышко рада. Я считаю, солнце рада. А вот это что? Это небоскреб? Это небоскреб, да. И его можно поставить? Немножечко вскручиваем. Если поставить, да? То можно попробовать. Можно, например, балансировать. Сейчас у нас радуется. Поставил. Не сильно. Нормально. Сможет. Вон там у небоскреба. Это заправка, так понимаю. Это, да. У нас есть два вида заправок. Есть одна экологичная. Сюда машина перед. Это вот, ну, с бензином. Мы ее лучше оставим в сторону. Сразу подскажу. А вот это мы можем поставить. О, прекрасно. И у нас еще есть площадочка, парковка. Супермаркет маленький. А если две площадки рядом поставить, что будет? Можем проверить, посмотрим. Я думаю, он будет так. Ничего страшного. Супер, я собрала город. В общем.
общем, уже вечер, уже скоро закрытие выставки. И это наш первый день на выставке, поэтому мы посмотрели только павильон достижений, движение первых и Сбера. Но завтра мы сюда вернемся, и для вас это будет буквально в одну секунду, так что не отключайтесь из этого видео. Но по итогам первого дня на выставке я бы хотела сказать, что, во-первых, очень много везде досмотров, реально, то есть в каждом павильоне, плюс на входе в выставку. И это реально очень напрягает. И как-то не по-новогоднему, знаете, нам не доверяют на каждом углу. А во-вторых, движение первых могло бы хотя бы как-то про себя рассказать в своем павильоне, я считаю. Вот. Ну, а мы перемещаемся с вами в следующий день. Итак, вот уже новый день. Это наш четвертый день в Москве. И мы снова вернулись на ВДНХ. На сегодня у нас более большие планы в плане ВДНХ, чем на вчера. И сейчас мы уже направляемся в павильон регионов. Это 75-й павильон, самый основной, наверное, куда возят всех, кто приезжает на выставку. Вот, он достаточно большой, и, насколько я понимаю, там сегодня день Беларуси. Так что сейчас будем смотреть какую-нибудь белорусскую культуру. А Дед Мороз? Мы пришли в павильон регионов. Посмотрите, начало, воодушевляющая республика Татарстан. Вау. Ну все как в телеке вообще. Прикольно. Ну все, надо начинать ходить по регионам. Мы идем в Тверскую область с какими-то очень навороченными роботами. Офигеть. Белгород заморочился вообще. Ну тут, конечно, прикольно. Владимирская область. Воронежская область. Что там спрашивают? Раскрашивают. А еще слова. Смотрите, здесь есть прямо зона телевидения, здесь есть вот такая фотозона с большими камерами и микрофоном канала «Россия», я там уже сфоткалась. Еще есть первый канал с ведущим новостей и даже фотозона ведущего «Голос». Я уже везде сфоткалась. Да уж, меткий стрелок. Мы дошли до наших новых территорий и пришли, ой, это Дед Мороз из Севастополя. В общем, мы дошли до ЛНР. Сейчас посмотрим, что вообще тут как-то меньше всего народу, по-моему.
Сейчас посмотрим, что они для нас приготовили. Мы пришли во второй зал и идем в павильон Камчатки. Ну, не павильон, как бы стенд. Зону Камчатки. Это наша Ленобус. Почему в Ленобусе Якут какой-то работает? Посмотрим, что Ленобус нам приготовила. Потом будем искать Питер. А, тут типа собирается город. Понятно. Как в Сбере было. Напротив Коми. И у Коми покрасивее, надо сказать, чем у Ленобуса. Вот еще Ленобус. Я думала, это все, что у нас было. Мостик какой-то. По мостику можно проехаться. Тут можно посидеть. Прикольно. Вот и Санкт-Петербург. Ура! Что же подготовил нам наш родной Питер? Какой-то шар такой из экранов. Тут что-то мастер-класс какой-то, что ли. Ну так, короче, знаете. От Карелии у нас классический ретро-поезд, на котором все катаются из Питера в Петрозаводск. Или в Рускеала, я не помню. Ну тут, короче, просто представляют Карелию. Вологда! Мы нашли Вологду. Прикольно. А там Архангельская область. Короче, у меня есть знакомые из Архангельской области. А еще какая-то прям такая. Вот, я хочу вот это посмотреть, что здесь будет вообще. У этих экранчиков. Теперь мы идем в павильон ВК. Пока, к сожалению, не амбассадор, но уже иду. Я нажала, кого я выбрала. Скажи, ты долго думала, что наденешь, когда собиралась сюда? Нет, это мой повседневный наряд. Короче, послушала Маригу. Есть. Гадать супер надо. Старт. Это лучше сделать. А здесь ты прослушиваешь сниппет, да? Сниппет — это самая яркая часть трека. Ты ее прослушиваешь, и потом тебе нужно выбрать правильную обложку. Теперь мы пришли в павильон Атом. Вообще он очень большой. Нам говорили, что здесь 7 этажей. Нам дали уже билетики бесплатные. 0 рублей на входе их дают. В общем, сразу при входе тут гардероб. Холл вот с таким большим-большим Атомом. С сувенирами. Надо сходить в сувенирную. Вот, ну короче, тут так интересненько. А вот там вот уже начинается экспозиция. Всего в этом павильоне 6 этажей, и 3 из них под землей. Сейчас мы едем на -3 этаж, там начало экспозиции, а сверху первый вот этаж на земле, а потом 3-й и 4-й. Какое-то у них странное распределение немножко, но мы продолжаем спускаться вниз. Лучше всех запускать через появляется русский учебник «Индири». Экспозиция началась с советского атомного проекта, и здесь рассказывается вообще история. Все показывается, с чего все начиналось, как было раньше. Мы зашкварные. Вот, рождение атомной отрасли, этому посвящен -3 этаж. Продолжение следует...
Минус в втором этаже – зона отдыха, развлечений, а также здесь есть кафе, где можно покушать. Что у нас в зоне развлечений? Тут есть горка, у детей какая-то лазалка, пинг-понг. Там вон можно покататься на велосипеде, всякий хоккей, футбол, шахматы. Ну, короче, вообще, детей вот привезти, родители из Росатома тут будут ходить, смотреть, одеть и играть в пинг-понг какой-то. А вот и заветное кафе, где можно покушать. Пока я вижу только сэндвичи, мы такими сэндвичами сегодня в отеле завтракали. Я надеюсь, что что-то кроме них еще есть. Мы все еще на минус втором этаже и идем на время первых. Если честно, звучит так, как будто там павильон движения первых. Но нет, к сожалению. Смотрите, здесь уже что-то посовременнее все-таки. Уже что-то летает. О, что-то тыкнулось. Ого! А вот это не тыкается. А, вот, тут что-то крутится. Утка какая-то. Там какие-то кнопочки. Меня привлекает все, что можно потыкать и повертеть. Оно не вертится. Понятно. Теперь мы на минус первом этаже. Это аллея знаний. Это этаж сразу над зоной отдыха и кафе, и он выглядит уже как-то поинтереснее, чем предыдущие два. Мое состояние по жизни просто... Это дети в павильоне Атом. Хотя родители уже тоже. Прелесть. Тут маршрутка какая-то. Можно постоять. Лечу в космос, еду. О, прикольно, она еще ездит. Итак, первый этаж, современная атомная промышленность. Идем сюда. Тут что-то прям инновационное уже вообще. Мы нашли что-то интересное, что-то красивое хотя бы. И что-то более современное уже. Но это обалдеть вообще. Как не в нашей вселенной просто. Тут у нас перспективная атомная станция. Посмотрите. Я ничего в этом не понимаю, но выглядит уютно. Выглядит инновационно, уютно. И даже деревья есть. Мы пришли в планету Росатома. Тут прям вот все. Какой-то тропик лежит. Вот здесь начало технологии опреснения воды. Как сделать воду пресной? Смотрите. Предварительная очистка. Тут где-то здесь. Вот.
Потом мембранное обессоливание вот здесь. Вот так вот минерализация. И у вас выходит чистая вода. Это не очень похоже на чистую воду, если честно. Мы такие роботы в павильоне идем. Такие же роботы мы сегодня видели в павильоне регионов. Но здесь к ним больше внимания как-то. А мы уже вышли в следующую зону. Ой, здесь всякие вот эти станции, подстанции. Знак какой-то, класс. В общем, на предпоследний этаж вход только по билетам в кассе специальным, а последний этаж вообще ресторан, поэтому на этом наш обзор закончен. Мы вышли из павильона Атом и идем дальше. И смотрите, мы нашли каток. Значит, все-таки каток есть. Мы думали, что из-за выставки его нет. Конечно, он сильно меньше, не такой красивый, но есть. А еще сегодня нас как-то меньше. Так, это заход на каток. Надо обойти его. В общем, сегодня нас как-то меньше осматривают, обыскивают. Это странно. Вот, но сейчас мы идем в павильон Дома молодежи. Атрос молодежь. Кстати, погода распогодилась, вон полностью видно телебашню. Но все равно как-то неприятно и лужи под ногами. Мы пришли к павильону Рос молодежи. Дом молодежи. И вот тут, наверное, уже можно войти, я так понимаю. Узнала по цвету его издалека вообще. Что сделала первая? Мы пришли в Дом молодежи. Аня, клюква! Тут интерактив, интерактивная зона, большой перемены, короче. Путешествие мечты, первые, расчистывание возможностей, все в одном зале. Сенеж, здесь книга. Я не была. Прямо сбор форму, Сенеж, Машу. Таврида Арт. Всех собрали. Смотрите, здесь есть какой-то лидер. Давайте пройдем тест. Вот это. Мы дошли до премии. Мы вместе. Ура! Вот это, конечно, прелесть. Тут все такое красивое. Смотрите, там Добро.ру. Кнопка. Зачем тут кнопка? Ну, прикольно. Здесь просто все собраны, все молодежные проекты, молодежные организации, партнеры. О, я на таком велосипеде каталась на не молодежный, просто молодежь. Смотрите, это зона больше, чем путешествие. Вообще здесь собраны буквально все молодежные организации, проекты какие-то, партнеры. Рост молодежи, и все здесь очень интерактивно и очень ярко. Там стена достижений даже есть. И мне очень нравится. Мы едем в отель с ВДНХ, и мы уже переехали на станцию метро Ботанический сад, чтобы пересесть на МЦК или МЦД, не помню. В общем, нам надо по часовой стрелке ехать. Есть еще против часовой. Сейчас посмотрим, что там. Вот и закончился наш четвертый день в Москве, и этот день прошел у нас полностью на ВДНХ, чему я была очень рада, потому что очень хотела вообще на эту выставку. Я надеюсь, что вам понравился обзор, я не показывала во всех подробностях, потому что очень-очень много всего,
Ну, если у вас есть возможность, обязательно посетите эту выставку. Ну, у меня на сегодня все. Смотрите другие мои видео из Москвы. Также у нас впереди еще пятый день. Это день уже последний. Ну и все предыдущие обязательно смотрите. Также подписывайтесь на телеграм-канал, где я выставляю все в режиме реального времени. Пока!